Ира, привет! Привет! Сегодня у нас 9 мая. Ой, правда? Да, я праздник. С днем рождения тебе, спасибо, дорогая. Спасибо огромное. Ой, держись, держись. Хорошо. Сегодня у нас много интересного ждет. Да, интересных мероприятий. Да. Мы частично с вами поделимся, да, надеемся, правда, рассказать. Надеемся, что все получится. Ну да, будет. Вот оставайтесь на связи. Ну вот, день рождения прошел в тихой, да, семейной обстановке. Хорошо, да. Получили много поздравлений. Да, спасибо огромное. Да, спасибо большое, дорогие наши, да, друзья. Кстати, о подарках. Вот эти апельсины, мы не случайно их показываем. Да. Это то, что осталось от целого мешка апельсинов, да, на самом деле. Много-много. Нам класс подарили просто целый мешок просто апельсинов. Так. Просто так вот. Просто. Дяденька тоже добрый, да, как-то увидел, вот мы идем и подарил нам кулич. Тут сейчас пасхальная неделя идет, да, и да, да, подарил кулич и вот мешок апельсинов. Это классно. И опять-таки, кстати, о апельсинах грузинских. Ой. Они очень-очень сладкие, очень вкусные. Ну, вот конечно, эти, они небольшие, но очень вкусные. Прям угу, нам очень нравится. Мы, да, тоже, да, специально тут точно выискиваем теперь. Да, но именно они грузинские, очень именно местные апельсины. Классные-классные. Да. Вот еще что нам такое вам рассказать? А, ну, вы наверняка слышали про волнение в Тбилиси. И мы хотим только сказать, нас что здесь в Батуми, слава богу, да, да, все, да, тихо, да, у, да, нас, слава богу, спокойно, слава богу, слава мирно. Богу. Вот, так что мы в порядке. Все, все, слава богу, да, да, все хорошо, да. Оставайтесь с нами. Да, вот, точно, хорошо. Будем вас держать в курсе. Пока-пока. Пока.